Бяспечныя канікулы – тэма прэс-канферэнцыі, што прайшла пры ўдзеле праваахоўнікаў, выратавальнікаў і спецыялістаў адукацыі аховы здароўя. Падрабязнасці ў Тацяны Дмітрыевай. Весь тыдзень вясенніх канікул запоўнены спартыўнымі спаборніцтвамі і культурнымі святамі. 9 тысяч месцаў прадугледжана ў лагерах дзённага знаходжання. Шчыльнае супрацоўніцтва галіны адукацыі, управлення ўнутраных справ, выратавальнікаў і аховы здароўя дае вынікі. Па двум месяцам текущего года мы сохраняем положительную динамику, и преступность у нас минус более чем 60%. Это немаловажно, потому что, в общем-то, я уже сказала, что каким мы вырастем подрастающее поколение, так мы будем жить и дальше. По снижению подлетковой злочинности в области лепшее покраине. Это выник регионального плана работы. В новом учебном году в соответствии с директивой номер один в новой редакции «Основы безопасности жизнедеятельности» становится не факультативным курсом, а учебным предметом во втором и в пятом классах. Але работа с детьми – это полсправы, подкресливают специалисты. Головной проблемой и застаются несвядомые дорослые. Например, сёлета выявлено больше детей на улице в ночный час без дорослых. И это отказность батьков. В области працуют программы, как заохвотить дорослых проводить больше часу с уласными детьми. Ближайшее мероприемство у эту неделю пройдет День семьи. Татьяна Дмитриева, Миколай Соболев, Новин регион.